Супружеская пара поделилась новым забавным фото с поклонниками. Накануне вечером актриса Агата Муцениеце порадовала поклонников новой семейной фотографией. Артистка выложила снимок со своим мужем Павлом Прилучным. На фото пара делает ухаживающие маски для лица, на которых изображены животные. Больше по теме Агата Муцениеце показала новый дом актриса. Агата Муцениеце не так давно вместе с семьей переехала в новое жилище. Друзья, скоро елки. Мы активно готовимся, репетируем, пока дети отдыхают. Зовите на утренники, представления и елки, подшутила Муцениеце. Поклонники оценили забавное семейное фото пары и в очередной раз заметили, что Агата и Павел идеально подходят друг другу. Отметим, что артисты не скрывают, что и у них в отношениях кипят страсти. Напомним, что Павел и Агата женаты уже 7 лет. В июне этого года супруги сильно поругались. Пара некоторое время жила раздельно, но в итоге влюбленные смогли помириться. Тогда Павел и Агата сообщили поклонникам, что они преодолели кризис в отношениях и снова живут вместе. Артист даже говорил о том, что мечтает о третьем ребенке, но пока что влюбленные не решились на прибавление в семействе. Некоторое время назад в сети появились слухи о том, что Агата ждет третьего малыша, но артистка опровергла эти домыслы, продемонстрировав в своем микроблоге фото плоского живота.